Зеленый сигнал разрешает нам движение, и когда заканчивается время его горения, он начинает мигать. Мигает он 3-4 раза, после этого тухнет и загорается желтый сигнал светофора. Желтый сигнал светофора, внимание, это запрещающий сигнал светофора. Если вы на экзамене проедете на желтый сигнал светофора, вы не сдали. Причем закона никаких проблем вы не сдали. Это запрещающий сигнал светофора. И как раз есть дополнение по этому поводу в правилах дорожного движения. Разрешается проехать на желтый сигнал светофора, если мы не можем остановиться, не прибегая к экстренному торможению. После того, как желтый отгорел, а горит он всего одну секунду, он предупреждает о том, что сейчас будет красный. Загорается красный сигнал светофора, который является запрещающим.